погоде. Собирать урожай свеклы. Цирк на Цветном бульваре принял новую порцию пони. Как всегда, это утро вы встречаете с нашей радиостанцией. И надеюсь, с хорошей погодой и хорошим настроением. Не знаю, как вы, а я каждый день вижу что-нибудь такое, чего раньше никогда не видел. Чего-то не знать, это же так интересно. Вот я не знаю, что тут нарисовано, и мне интересно. Говорят, что это море. И оно как пруд. А, только шире, глубже. А, и волнуется. Это чем? Приехали! Клетку на окно ставь. А вот еще интересно, зачем нужны клетки? Там, наверное, держат кого-нибудь страшного. Ой. Ой, или страшно красивого. Правда, мне никто так и не сказал, кто же это. Моя мама предположила, что это какая-то вертихвостка. Жутко интересно. Надо узнать ее поближе. Довольно милые домашние животные с добродушным и доверчивым характером. Питаются морские свинки сеном. Так вот это кто? Морская свинка. Так, значит, ей нужно море. Я сейчас, я быстро. Ой-ой-ой, ей плохо. Наверное, срочно нужно настоящее море. О, воду почуяла. Же она не прыгает. На! Ну теперь все будет хорошо. Морским вода как дом родной. Что-то пошло не так. Она же плавать не умеет. Бывают же такие названия, которые совсем не подходят. Вот она морская, а на самом деле нет. И это на самом деле никакая не коробка. А, я знаю, что подходит. Мама же говорила, она вертихвостка.